Конкур – это самый молодой и, пожалуй, самый зрелищный вид конного спорта. Ему едва исполнилось 100 лет, но с первых дней своего возникновения он широко популярен среди спортсменов и зрителей. Тому подтверждение первый этап 4-го открытого районного первенства по конкуру – «Золотая подкова» на кубок главы Славянского района. Соревнования по конкуру на территории конно-спортивной школы «Изумруд» проходят уже 4-й год подряд и с каждым годом набирают все большую популярность. И это неудивительно, ведь именно в школе «Изумруд» ипподром является лучшим в крае. Мы рады вас приветствовать на своей школе на первом этапе открытого первенства Славянского района «Золотая подкова». Нам очень приятно, что она пользуется очень большой популярностью. Это видно по вам, видно по зрителям, которые здесь наполнены. И нам очень приятно вас здесь встречать. И мы стараемся сделать для вас все самое лучшее, все самое хорошее. На этот раз в соревнованиях приняли участие спортсмены по четырем категориям. От самых юных всадников до опытных спортсменов. По словам директора конно-спортивной школы «Изумруд», ребята очень серьезно готовились к соревнованиям. В любую погоду выходили на ежедневные тренировки. Упорно занимались и прикладывали все свои силы для того, чтобы на турнире выступить достойно. Старт был ярким и красочным. 75 спортивных пар из 9 районов Краснодарского края сразились за звание победителя. В том числе и 9 воспитанников конно-спортивной школы «Изумруд». В равных условиях по одинаковому, но достаточно сложному маршруту им необходимо преодолеть 11 препятствий без штрафных баллов. Собьешь барьер – получишь 4 штрафных очка, а после второго неповиновения лошади всадник исключается из соревнований. Самое главное – взаимопонимание всадника и лошади, уверен Павел Крутиков из Славянска на Кубани. Он более опытный участник. Конным спортом занимается уже 15 лет. За это время спортсмен добился больших успехов. В его копилке немало побед в краевых и всероссийских соревнованиях. Ну, лошади очень такие интересные животные, как бы завораживают прям. Когда увидел первый раз лошадь, пришел на конюшню, увидел эти глаза и все. С тех пор я здесь. 15 лет уже. На этот раз золото Славянскому району принесла Юлия Коренная в категории «Любители». К сожалению, в остальных номинациях наш район остался без наград. Но это был лишь первый этап. Впереди еще 4 тура. Там славянские спортсмены всеми силами будут стараться выступить лучше. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».